Всем привет, с вами Настя из Диномамы. Сегодня я покажу вам теплую куртку для мальчиков из новой зимней коллекции Хупа. Моделька эта производится каждый год и постоянно пользуется популярностью благодаря сочетанию отличного качества и приятной цены. В куртке 300 грамм утеплителя, производится она для деток до 10 лет. Также в куртке хорошая мембрана 10 тысяч миллиметров, а значит, она выдержит любые капризы погоды. Давайте смотреть подробнее, что здесь есть интересного. Капюшон отстегивается с помощью кнопок. Мех на капюшоне не отстегивается, но здесь есть две специальные кнопочки, которые можно отстегнуть, вывернуть, и капюшон станет глубже. Рукав реглан. По шву идет светоотражающая полоска. На рукаве светоотражающая эмблема Хупа. Манжеты на резинке. Внутри подкладка гладкий плеск. Два врезных кармана без застежек. И здесь можно увидеть, что задний край куртки немножко длиннее, чем передний. Защитная планка молнии на кнопках или пучке. Молния с защитой подбородка от защемления. Внутри мягкая флисовая подкладка по воротнику. Есть петелька, этикетка, где можно написать данные ребенка. В теле и рукавах куртки подкладка гладкий полиэстер. В комплекте есть запасная фурнитура. Также нижний край куртки можно утянуть. Для этого предусмотрен эластичный шнурок. Здесь с двух сторон. Фиксаторов нет, поэтому вы один раз затягиваете, как вам надо, и завязываете. Сзади также можно увидеть, что капюшон отстегивается, светоотражающие полоски по швам. И вот так выглядит нижняя часть куртки. Вот такая замечательная, очень теплая куртка. В этом году мне очень нравится принт, такие звезды. Есть в разных расцветках. Приходите, выбирайте. На этом, пожалуй, все. Ждем вас в нашем шоуруме и на сайте dinomama.ru. Спасибо за внимание.